Доброго времени суток всем, друзья. Сегодня у нас на обзоре остров Майами. Остров относится к проектам Arma 3 Altis Life. Данный остров новый. Этот проект еще не объявлен в релизе, но он уже открыт для посещения. Он работает. На данном этапе на острове ведутся доработки. Доводится экономика, добавляется транспорт, одежда, оружие, премиальные базы. Ну, в общем, ведется работа. Очень надеюсь, что это нам никак не помешает. На острове уже присутствуют люди, есть какие-то госслужащие. В общем, какой-то небольшой онлайн уже есть. Итак, мы появляемся в Кавале, как, в общем-то, наверное, на всех островах. В центре Кавалы. Сразу же бросается в глаза, что очень много объектов, добавленных с самой же Армы. Это с острова Малдон, с острова Золу. Центр Кавалы сильно не нагружен. Сильных таких вот, ну, весомых проседаний FPS незаметно. Ну, потому что стоят армовские же объекты. Колокольни, вот, пожалуйста. Далее нельзя не обратить внимание, что заменен асфальт. Асфальтное полотно полностью заменено. И забегая вперед, скажу, что оно заменено вообще на всем острове. Вплоть до того, что заменены даже второстепенные дороги. Ну и надо отдать должное автору, что он изменил до неузнаваемости центр Кавалы, даже не прибегая к сторонним объектам. А вот карта, к великому сожалению, никакой похвалы не заслуживает. Иконки невзрачные, одноцветные, надписи блеклые, плохо читаемые. Ориентироваться нам по карте очень и очень сложно. Меню карты тоже практически бесфункциональное. Оно только отключает или включает какие-то иконки. Никакого либо ориентира, либо помощи по работе с картой оно не дает. Также можно заметить, что магазины разбросаны, в общем-то, на таком достаточно большом расстоянии друг от друга. Но в моем случае, мне, например, это нравится гораздо больше, чем когда магазины все в одной точке свалены. Также в Кавале присутствует авиационный гараж. А это на самом деле дорогого стоит. Не на каждой карте есть авиационный гараж прямо в Кавале. Ну а следующим этапом побегаем по центру Кавалы, посмотрим, какие магазины, что здесь есть, какой товар предлагается. Ну, видим, что банкоматы стандартные. Опять же таки, автор не стал затрагивать каких-то сторонние объекты, а хотя очень много есть разновидностей банкоматов. Хотя вот менюшка у банкомата какая-то странная, я такой, по-моему, еще ни разу не видел. Ну, давайте посмотрим еще, что есть. Вот, например, лицензии. Так как подъемный капитал на этом острове составляет 77 тысяч, а мы не знаем, сколько здесь чего стоит и на что нам еще надо будет потратить денег, поэтому я попробую взять сначала лицензию пилота, чтобы показать, какой транспорт здесь есть, имеется в виду авиационный. Ну, естественно, категорию Б, водительские права для того, чтобы нам сейчас купить машинку. Видно сразу, что на категорию С нам не хватит денег. А туда она называется не категория С, а лицензия дальнобойщика. И далее я хотел еще посмотреть ряд магазинов. Но тут случилось то, что появился администратор этого острова. И так как я новенький человек на этом острове, он подарил мне випку третьего уровня, пока сроком на неделю, если мне понравится, то он ее продлит еще на одну неделю. Вот такая вот история случилась. Далее этот администратор исчез, так же как и появился, в общем-то. Но только он сбил меня с толку. Хотя, конечно, за випку спасибо, но я забыл, что я хотел сделать. Ну и пошел наблюдать за центром Кавалы. Как все-таки грамотные, хорошо распределены объекты и как хорошо видна дорога. Но правда тут же надо отметить, что видна-то дорога действительно хорошо и видна она далеко, но выглядит она как-то неестественно, уж слишком она новая, чистая, как бы немного нереальная, что ли. Но тем не менее мы пришли в автомагазин, сейчас посмотрим, какой здесь есть ассортиментик, ну и заодно возьмем какую-нибудь машинку. Очень хочется надеяться, что здесь есть по нашему кошельку машинка. Но по нашему кошельку здесь только одна машинка на самом деле. Это девятина. Вот эта красненькая и все. Цветов я не вижу пока. Багажничек тоже у нее так себе. Вообще выбор машины, я смотрю, здесь невелик. Но я сказал, что остров еще только настраивается. Он только-только вот вышел. Еще даже не объявлен релиз. Поэтому я уверен, что добавится. Ну, как видите, есть какие-то машинки. Но список, конечно же, небольшой. Но тут тоже палка о двух концах. На большинстве островов просто качают тупо с интернета машинки, добавляют и даже не смотрят, что многие из этих моделей просто багают сервер. Но вот так вот выглядит теперешний наш транспорт. Красная девяточка. И слушайте, надо сказать, что качество модели-то, ну, на высоте. Работают приборы. Ну не все, но спидометр, тахометр работает точно.
Прорисовано очень, очень достойно. У меня была такая машинка когда-то в реальности. Ну, очень замечательно, кстати, сделано. И руль прям такой реалистичный. И едет, на самом деле, она неплохо. Немного рисковатая, но едет неплохо, на самом деле. Ну ладно, что ж, поехали. А следующей нашей точкой должен являться магазин хостовары, наверное, так он здесь будет называться. Нам надо купить рюкзак, нам надо купить лопату там или кирку. Что здесь? Сейчас посмотрим, кстати, что нам надо. Хотелось бы посмотреть, как здесь собираются овощи, фрукты съездить. Но, как я уже говорил, что на всех островах по-разному. Сейчас посмотрим, какой здесь инструмент есть. Ориентир очень простой. Если в магазине только кирка и лопата, значит все достаточно просто здесь. Кстати, здорово выполнен меню магазина. Как-то своеобразно так. Не припомню такого нигде. Через корзину все покупается. Здорово сделано. Ярко так. Читается хорошо. И вот мы смотрим, что здесь у нас есть и лопатка, и кирка, и что-то еще там было. Топор, по-моему. Сейчас быстренько по карте посмотрим, где здесь что собирается. Видно, кстати, сразу, что здесь изменена. По крайней мере, культуры сбора здесь точно изменены. Нету яблок, тут какая-то картошка, кукуруза. Ну и потому, что мы видели в магазине кирку, топор и какую-то тяпку, значит, здесь на каждый вид сбора свой инструмент. Это немножко осложняет процесс игры, но это не всегда на самом деле интересно. Но давайте посмотрим. Это неинтересно по одной причине. Инструмент в этой игре не сохраняется. И завтра я зайду, и у меня инструмента не будет. Мне надо будет опять ломать голову, где купить этот инструмент. Ну, давайте посмотрим, как здесь копать картошку. И вот выскакивает надпись, что неправильный инструмент у нас. Интересно, а чем копать картошку? Топором, что ли? Киркой? Ну и за кадром я решил съездить и купить кирку или что там. Там оказалась тяпка. Там есть тяпка, скорее всего, надо это делать тяпкой. Глупо, конечно, но скорее всего тяпкой. Но как видите, я купил рюкзак, приехал за тяпкой, вот этот магазинчик, но денег на тяпку мне уже не хватило. Ну и соответственно придется поменять немножко хронологию действия на этом острове. Обычно я смотрю, как собираются плоды. А потом иду на почту. Ну, теперь придется ехать на почту. А почта здесь называется у нас... Вуаля! FedEx. Как я и говорил в своих обзорах, что, в общем-то, эта миссия везде на всех островах одинаковая. Меняется только название конторы. Будь то FedEx, будь то UPS. Без разницы. В общем, здесь надо тоже купить форму. Без формы не выдают машину. И вот беда, мне не хватило денег на форму. Сам не знаю, что со мной, но что-то вот на этом острове я как-то неправильно распределил свой начальный капитал. Как-то потратил деньги все на какую-то хрень. А на нужные вещи для обзора у меня не осталось денег нифига, блин. И что-то я даже не знаю, где я так накосячил-то. И слава богу, форма-то стоит хрень, но даже этой хрени у меня сейчас нету. Поэтому мне пришлось отойти и посидеть какое-то время, подождать, когда накапают мне по безработице пособие. Когда пособие накапало, я вернулся. Ну и дальше уже я купил эту форму, блин, все-таки. За все время моих обзоров островов Армы, это первый раз, когда мне не хватает денег, даже на то, чтобы устроиться на почту. Обычно это, ну, копеечное дело. Ну да ладно, машину мне выдали, миссия доступна. Ну а дальше, как и во всех моих обзорах, выбираем точку 1, точку 20 и погнали, в общем-то. Сейчас мы в быстром режиме прогоним по маршруту, потому что, ну, обозревать это уже не имеет действительно никакого смысла. Я делаю это в каждом обзоре. Почтовые службы не меняются, поэтому погнали. Ну вот, мы уже на точке 1. Кстати, интересно сделан здесь почтовый ящичек в виде такого американского почтового ящика. В общем, получаем здесь задание, где-то здесь коробочка, быстренько ее подбираем. Вот наша коробочка, она не анимированная. Вернее, анимированная, но бесцветная. Все, загрузили, садимся и поехали. Ну и вот он, мой ненавистный пост. Везде, я говорю, я ненавижу их. Эти гребаные шлагбаумы бесят меня до невозможности. Вот зачем они, блин, кто-нибудь объяснил бы мне, а?
Вот сейчас нету никого здесь на посту. Ночь. Ночь и в реальности, и ночь на сервере. Блин, ну зачем они нужны? Хоть бы делали их автоматически открытыми, что ли. Если нет никого, пускай они стоят открытыми, блин. Надо проезжать, надо открывать. Поеду обратно, будет то же самое. Блин, вот зачем они нужны? Хрен знает, тут бесят они меня. Да, и вот пока ехал, кто играет в арму, знает, здесь такой есть крутой поворотик. Обычно здесь засады устраивают. А вот здесь стоит такая хрень. Чё это такое, я не понял. Это для того, чтобы не гоняли? Или что это такое? Прямо на дороге стоит. Непонятная штука. Непонятно, но забавно. Скорее всего, администрация затеяла это для чего-то, наверное. Но пока это просто, ну, для меня это просто как развлекуха. Не так скучно ехать. Интересно, зачем? Если увижу еще раз администрацию, ну, задам вопрос, для чего это было сделано. Ну, заметьте, на этой стороне тоже такая же. То есть встречные потоки должны здесь каким-то образом пересекаться. Ну, действительно, не могу понять, зачем это сделано. Не могу. И тем не менее, мы вот уже приехали на конечную точку, 20-ю. Ну, здесь все опять стандарт. Стандарт. Берем коробку, ищем ящик. Ящик, у как далеко, блин. Сдаем. Все, миссия закончена. В своих обзорах я уже неоднократно говорил, что, в общем-то, вот эти работа на почте подразделяется на три вида. Есть вот такая вот с выбором точек, есть почтовая служба с рандомным выпадом точек, а есть почтовая служба со своим транспортом. Ну и вот, пожалуйста, опять. Вот я возвращаюсь назад, и опять то же самое, да? Ну, слава богу, я тогда ехал, открыл. Я прямо так по встречке проскочу, потому что ментов все равно нету. Ну, надоедает вот это вот шлагбаум эти дурацкие. Ну и вот наша работа на почте подходит к концу. Мы приехали обратно к офису. В общем-то, работа почты на этом острове не удивила, да, она симпатичненько сделана. Логотип Фидекса. Ну, это как и на большинстве островов. Но надо сказать, что вот этот вариант работы на почте один из наилучших. То есть тот, где можно выбирать точки. Ну и все, машину паркуем рядом с офисом и садимся в свою. Мы остановились на том, что у меня не хватило денег на инструмент, на тяпку, скорее всего, для того, чтобы копать картошку. Тяпкой копать картошку. Ну и, соответственно, сейчас мы поедем копать картошку. Вас мучить уже покупкой этих инструментов я не буду, поэтому я за кадром возьму тяпку, съезжу, а увидимся мы уже на поле. Ну а вот и поле. Ну давайте посмотрим. Да. Копать картошку надо тяпкой. Ну ладно. Так решили, значит так решили. Ух ты, три мешка. Сразу три мешка. Но скажу сразу, что три мешка это потому, что мне администрация подарила випку третьего уровня. Скорее всего, третий уровень, поэтому сразу три мешка. Без випки этот процесс займет гораздо дольше. И заметьте, он тоже не самый простой. То есть надо тыкнуть левой кнопкой мыши, он сделает три взмаха тяпкой, появится мешок, надо подбежать к мешку и забрать. Этот вариант сбора ресурсов побыстрее, например, чем на предыдущем острове, по времени побыстрее, но все равно это не самый простой способ. В моих обзорах я показывал, что есть острова, где это все вообще практически полностью автоматизировано, и, в общем-то, игрок просто играет, работает персонаж. Ну, здесь вот сделано так. То есть это обычный вид сборки. Но надо сказать, что вот здесь сбор мешков ускоренный. То есть он раз его и забрал. Ну, я думаю, что это тоже действие випки. Мне кажется, что если бы не випка, то и ковырялся бы я дольше, и мешки бы подбирал не так быстро, как с випкой. Но это является одним из способов со стороны администрации как бы принудить игрока приобрести випку. Если не хочешь долго мучиться, приобретай випку, и все у тебя как бы ускорится. Ну, еще я должен добавить, что за эти мои действия мне идет некий опыт. Опыт здесь капает автоматически, и капает не общий как бы опыт, а именно на то действие, которое ты производишь. То есть, если я сейчас
Копал картошку, значит, у меня сейчас качается садовод. Пойдем заниматься чем-то другим, начнет капать опыт на другой вид деятельности. Например, там нефтяник, взломщик, добытчик, не знаю, там, угольщик. Ну, естественно, с каждым уровнем скорости цена увеличивается. Ну, а мы, тем не менее, подъехали в центр Ковала, чтобы продать нашу картошку. Магазинчик выполнен в том же стиле, оранжевый. Есть кнопка продать все. Ну, 10 500. Ну, плюс еще в машине. Ну, чуть больше 20 тысяч. Ну, может, 25 будет. Да это бог с ним. Главное, что, например, лицензия дальнобойщика стоит 30 тысяч. Как бы, ну, бог его знает, есть ли смысл заниматься этой работой. Мне кажется, тогда на почте ты получше будет. И... Хотя бог его знает, здесь же ехать недалеко. В общем, вот такая вот экономика здесь. Еще здесь есть казино. Вот хочу посмотреть, что за казино здесь вот в угловом домике вот тут находится. Ну, антуража-то нет никакого, простые вывески стоят. Ну и здесь так все простенько, конечно. Но все равно какая-то развлекуха уже есть, это уже интересно. Так, я просрал, по-моему, да? Да. Давай еще разочек. Не, казино это не моя тема, видимо. А здесь что? Да, здесь то же самое. Ну, а нам осталось приобрести какую-нибудь лицензию, посмотреть, какой грузовой транспорт здесь есть. Наверное, попробовать что-нибудь подобывать, посмотреть, какие здесь есть анимации, как добывается что. Ну и, в принципе, посмотреть весь остров, какие есть базы, какие есть интересные объекты. Но это все мы, наверное, посмотрим уже в другой серии. Ну а сейчас у меня все. Всем пока.